Доброе утро. У нас вот это вот все необходимо будет вывести, ребят. Это картон, который нам не нужен, упаковки. Мы его будем вывозить, как я до этого показывала, на Зеленый островок, Азм, где необходимо вывозить такие вот большие упаковки, потому что мусорные баки, даже те, которые для дома, они не помещаются. Наша доска страшненькая, видите, она уже все в пятнах, у нее же нет прослойки такой, то есть там просто железо, и когда ты гладил, на одежде оставались эти все следы. Да, и мы ее заменили, как вы поняли, так что все это идет на утилизацию. А здесь у нас нам мы еще хотим зайти наши шторы, которые мы повесим в зале. Мы хотим подшить. Мы замерили сейчас с Сашей, их сложили. Наши шторки потом вам покажу, мы их отнесем на подшивку. Вот, мы этот пакетик ставим сюда. Подошьем шторы, отдадим, и мы едем в Милан сегодня на работу. Вот. Снимать видосы. Мы сейчас заказали такое вот кресло, точнее два кресла. Мы с вами, ребята, их смотрели в Леруа, на сайте Леруа, кстати, вот, да. Два кресла. Одно кресло стоит 309 евро. В общем, вот так они называются, если кому-то вдруг интересно. Коста-Рика, Натериал, беж, бианко, бежевый и белый цвет. Ну, подушки, скорее всего, белые. Здесь такая основа из алюминия, пластик. Ну, в общем, нам понравилось, и мы для себя решили взять на террасу два кресла. Кстати, ребят, я не знаю, вы знали или нет, но у меня выходит вообще на YouTube, на моих трех каналах, 11 видео в неделю. Вы-то видите только один влог, кто подписан на влоговый канал. Но вообще у меня 3 видео, 11 видео, да, вот. Вышла на солнышко. Вообще, как вы мои YouTube каналы, другие, можете найти на этом моем канале влогово. Можете зайти в ссылку каналы и посмотреть другие каналы. Это мои каналы, я на них подписана. Это канал Стрит-стайла, это канал мой новый. Обязательно на него подпишитесь, если вы, вам интересно, какие новые коллекции выходят. Zara, Mango, не знаю, H&M, Zara Home. В общем, самые популярные бренды, то обязательно подписывайтесь. Там выходит приблизительно 5 видео в неделю, это много. Так что да, мне, конечно, со всем бы этим я сама не справилась. Мне помогает Саша, естественно. Мы вместе снимаем, вместе монтируем, потому что сама я бы 11 видосов в неделю на 3 канала я бы не потянула. Вот, так что заглядывайте, кому интересно, обязательно подписывайтесь. Работают. Попробуем отдать шторы на подшивку. Чао, бонжорно. В общем, 10 евро мы отдали. Теперь идем вывозить картон дальше. Сейчас приедем домой, ребят, распакуем. Мы кое-что купили в Икее, в Zara Home. И сейчас еще в супермаркет заедем, а потом вернемся домой. Не знаю, сегодня или завтра. Возможно, сегодня сделаем мини-распаковку. Ребят, мы дома. Предлагаю нам с вами распаковать эти 4 пакета, которые мы, в общем, взяли в супермаркете. Вот наша закупочка. Вот так вот, значит, получилась у нас эта закупка. Сейчас я вам скажу. Все это нам вышло на 94 евро. Мы решили попробовать паста интеграля, то есть такая вот паста не белая, а вот она такая вот, здесь больше фибры, контенута фибра, содержание фибры больше такая вот темная. Темная паста, попробуем, какая она на вкус. Два вида мы взяли. Это завтра на обед мне и Саше, это вителла. Это не говядина, это телятина. Такой сыр натертый пармезан. Это салат сейчас мы будем есть. Помидоры, кефир, сыр, апельсин, ананас, который должен дозреть. Еще две брокколи будем отваривать. Это что у нас? Морковка, лук.
Это фарш, тоже вителла. Это тоже телятина, цена, будем делать котлеты. Две упаковки масла оля оливкового экстра вержена, бананы, томатная паста, полпади помидора, парные помидоры кусочками, очень вкусные. Яйца, хлеб, апельсины. Это наши две покупки из Икеи. Первое, это чтобы сливать макароны. В общем, не знаю, по-народному ли это или нет, правильное название, как это, штукеция, друшлячок, нет, друшляк, как правильно это называется, напишите. И это на матрасник, то есть сверху на матрас, перед тем, как стелить простынь. Это когда мы с вами будем уже менять постельное и стелить новое, и сделаем все как надо. Застелим, как застилают итальянцы, я это засниму. В общем, нам нужен на матрасник будет, так что тогда мы его постелим. Пришел торжественный момент. Когда ремонт практически завершен, косметический, и здесь тоже все, обустройство подходит к концу потихонечку, необходимо снять пленку с телевизора, потому что мы это оставили на один из самых последних моментов. Конечно, наверное, хотела бы ее снять и Саша тоже. Я тебя могу с этой стороны оставить. Ну, в общем. Это как будто ты снимаешь пленочку с айфона, знаешь? С нового телефона. А теперь предлагаю распаковать долгожданную мою покупку, которую я сделала сегодня. Тоже говорю цены для тех, кому интересно. Это вышло 93 евро. Это значит два ароматизатора для дома. Такие палочки деревянные. Это свеча с тремя фитильками. И такие спички. В общем, спички просто огонь. Ну что, предлагаю начать, значит, наверное, со свечи. Я взяла аромат White Jasmine. Это все Zara Home. Ароматизированная свеча White Jasmine. И эти два тоже аромата для дома. Это тоже White Jasmine. То есть все один запах. Мы с Сашей обсуждали, думали, разные ароматы или они. В общем, один и тот же. Решили взять один и тот же. Как я сказала, стоимость вот именно свеча стоит 19,99. Там есть размеры побольше, поменьше. Я взяла средний размер. Да, похоже, идет приятный аромат. Такс. Она не накрывается ничем. Получается, здесь у нее такое вот стекло темное. Темное стекло и сам белый воск. Три фитилька. Белый жасмин. Пахнет круто. Мне нравится такой white jasmine. Тонкий аромат. Не сильно какой-то такой надоедливый, какой-то яркий. В общем, такой тонкий аромат. В принципе, когда зажжем, посмотрим, как это будет. Дальше. Здесь у нас аромат, два аромата для дома. Мы их решили, что мы их поставим. Каждый аромат стоит 29,99. Ну, короче, 30 евро. Один аромат мы в бутылочку эту стеклянную поставим в зале. Здесь. Зал у нас соединен с кухней, как вы поняли. А второй аромат мы поставим в ванну. В спальню мы решили пока ничего не ставить. Вот, все-таки ты там спишь лучше без всяких запахов. Лишних. Возможно, но посмотрим. До спальни пока руки не дошли. Вот такая вот бутылочка. Здесь, если я не ошибаюсь, 200 миллилитров. 200 миллилитров. Тоже White Jasmine. Ну, в общем, это наши два набора. Один, наверное, мы здесь вместе со свечой оставим в зале. А второй мы сейчас с вами поставим в ванной. Эти палочки, я так понимаю, они должны будут пропитаться. Ну, уже какой-то аромат слышен. В общем, будем ароматизировать. Помещение смотрится как элемент декора, да? Попробуем, как это работает. И работает ли это вообще. Так, закрываем. Это, знаешь, как бутылка, которую в море бросают. И ты ее нашел через 1000 лет, такая, с такой пробкой. Ну что? Главное не палить хату. Я поняла, да, но слушай, сейчас... Давай, сейчас проверим. О, класс! Четко сработало, ты видел? Прямо аж засверкало с первого раза. Освещение.
свеча тоже ароматизирована? Да, свеча ароматизирована. Это что же, видишь, white jasmine, белый жасмин. Он тоже ароматизирован. Все здесь продумано мной. Ванна, я думаю, ребят, мы поставим это дело, наверное, пока здесь. Так вот, запах я уже слышу, то есть, в принципе, мне нравится, да? Ну и пока это, наверное, будет смотреться так. Здесь у нас стиралка, гладильная доска и корзина для белья. И здесь будет такой вот освежитель. Возможно, на этой стороне будет или, возможно, там мы его потом поставим. Ну, тут такая ситуация, ребята, нам доставили только что два кресла. Курьера привезли к подъезду, и Саша, в общем, их с помощью лифта поднял. Это два кресла на террасу. Мы ожидали доставку вообще на еще дней через 10, через неделю, потому что на сайте писалось «нет наличия», в общем, необходимо ждать. Но по итогу все заняло буквально, я не знаю, дня 4 максимум с момента заказа, и вот нам их привезли. Давайте распакуем. Ну да, такие два кресла. Мы с Сашей обсуждаем, что, в принципе, не хуже нашего этого заровского, эти из Леруа. Да, можно внутри ставить. Смотрите по цвету, как все. Все, Юля занималась декорированием этой квартиры, занимается. А у Юли хороший вкус. Так, а знаете, что еще? Здесь, если что, эти чехлы, они расстегиваются, и их можно менять. Здесь это задний чехол, и здесь... По-моему, подождите, да, тоже есть. Тоже такой чехольчик. В общем, это комплект называется Беж Бьянко. Белый, бежевый. В общем, там были еще такие темные комплекты. Да, ну, такой темно-серый, да, и темно-коричневый, но мне нравятся светлые цвета. Да? Деревьев пока нет, к сожалению, но покажу то, что есть. Будем работать с тем, что есть. В общем, наши два кресла, наш стол из Zara Home, из дуба. Почему мы его поставили, ребят, на террасу? Потому что здесь он оказался большой. Вообще был план его ставить здесь. По итогу мы купили маленький железный круглый столик. И да, в общем, этот стол идет на террасу. Он не особо, наверное, здесь предназначен. Не знаю, дуб на террасе как-то не очень. По идее, должен быть железный столик более такой, знаете. Ну, будет у нас так. Не выбрасывать же его, правильно? Потому что он стоил 500 евро, этот стол 550. Вот, потому будем пользоваться. Ждем деревья. Деревья еще не знаю, где поставим. А тут, конечно, просится место для одного дерева, возможно, здесь и в этом углу. Или, возможно, поставим потом в этом углу. У нас два дерева, как вы видели. И потом посмотрим. Диван у нас здесь как бы, хоть терраса и большая, но диван здесь бы не стал. Ну, нам, Саше, достаточно, мы вдвоем, потому два кресла. Гости у нас не часто бывают. Было бы классно какой-то диванчик. Ну, представь, диванчик мы бы поставили, здесь вообще места не было. Ну, только вот так чисто ставить. Да, вот здесь ставить его. Ну, и места вообще бы не было. Потому лучше, чтобы это место осталось. 11:30 ночи, и Саша молодец, решил погладить шторы. После активного кодинга. Да, мы сделали тесты с ним по работе, мы поработали, во-первых, до 6, потом мы покушали, потом мы делали тесты обязательные, которые нам отправила компания. Вот, а теперь Саша еще думает дополнительно, почему бы не погладить шторы. Ребята, у нас сейчас вечер. Мне пришли сегодня 3 небольших посылки. Здесь шампунь, пижама и заказ мой из Помпея. В общем, по мелочи хотела открыть эти мини-3 посылки вместе с вами. Давайте начнем это дело. Такая здесь ситуация. По классике. Все по классике. Мои любимые шампуни. Меня спрашиваете часто, какими шампунями я пользуюсь для волос. Вот такие, ребят. Это французский бренд Фито. Мне Фито Жоба. Это увлажняющий.
И вот такие, это бальзам-маска. Написано маска, но я пользуюсь как бальзам-маска. В общем, при каждом мытье. Немножко их помяли при транспортировке. Тоже увлажняющая. Тоже фито-жаба. Это вот, если кому было интересно, можно заказывать онлайн в Италии. Итальянский сайт у них есть. Далее, что здесь еще? Это, кстати, заказ в Помпеи. Это они в подарок мне положили, это мне не нужно вообще, такие носки какие-то. В Помпеи я заказала тоже на их итальянском сайте такие вот носочки белые. Здесь такой бюстгальтер без чашечек. Такой вот очень удобный. Здесь пару труселей, не будем открывать их. И здесь две пары колготок заказала, черных. Одни 40 ден, потоньше на весну. Такие вот 70 ден. Тоже на сайте у них очень удобно заказывать. У них там разные акции, скидки бывают. У меня размер тройку я покупаю. Я и в двойку влажу, но беру тройку, знаете, с запасом, чтобы не давило. А, и вот 33-я посылочка. Это такая пижама H&M Home. Как вы видели меня уже не раз во влогах, у меня есть такая. У меня просто бежевый верх и белый низ. А это я взяла полностью пижаму бежевую. Так что, друзья, если я вам кажется в одной и той же пижаме, это не так. У меня их две на сменку. Вот, так что сейчас я эту, наверное, поменяю. Еще, друзья, хотела вам показать. Возможно, это надо было делать при дневном свете, но я вам потом и при дневном покажу. Мы повесили шторы. Наши шторы из IKEA за 35 евро. Очень даже неплохо. Саша их гладил, как вы видели до этого. Ну да, мы, в общем, там уже шли такие вот комплекты, ободочки вниз. Мы думали какие-то крючки делать, но, в принципе, даже очень неплохо. Такие вот ободочки здесь. Раз мы так завязали, аккуратненько нам их подшили. Здесь такая вот полоска есть, это хлопок. И да, предлагаю нам немножко с вами прибраться. Уборочка, уборочка, потому что завтра выходные, нас не будет с утра до вечера дома. Сейчас неделя моды в Милане, мы будем на съемках для моих других каналов. Оставлю ссылку в описании, кстати, переходите, смотрите, подписывайтесь, если вас заинтересует другой мой контент. Так что да, мы будем на работе, на другой работе на выходных. И потому вот сегодня пятница вечер, единственный денечек для уборки. Я уже переоделась в новой пижаме глаженной, свежей. Вот эту вот ситуацию мы сейчас будем как-то решать. И вот эту ситуацию с грязной сантехникой и вот такие вот зеркала. Это нам тоже сейчас нужно с вами помыть бы, не помешало бы. В общем, я включила на линджери. Линджери 55 минут, 40 градусов, отжим 800. Все, погнали.
Блестит практически, а? И необходимо еще, друзья, протереть эту поверхность, потому что она мокрая, грязная, в пыли. Заключительная часть это раковина с этим чистящим зеркалом. Решенечко, все это дело помоем. Кстати, конечно, энтузиазма на уборку уже в своем жилье больше, чем когда мы были на съеме. Но тоже не то, чтобы его много. Всегда находятся дела поважнее уборки, скажем так, да. Но раз в две недели, хотелось бы раз в неделю, конечно, но времени не хватает, потому что работа. Доброе утро, ребята! У нас сегодня суббота, и в Милане проходит неделя моды. Мы с Сашей обязательно туда едем на работу. Сегодня и завтра, суббота, воскресенье. В общем-то, мы с утра до вечера на съемках. Посмотрим, что интересно получится заснять. Сегодня хотим поснимать стрит-стайлеров на показе Dolce & Gabbana. Будут другие интересные тоже показы. Предлагаю зайти, ребят, в Заине, выпить кофейку. Пойдем? Не стесняйся, пошли. Мы сейчас тут посмеялись кое с чего. Наш заказ, друзья, мы взяли 2 капучино, 2 бриоша с чем у нас? С мармеладом, с вареньем. Альбикока это... Переведи меня. Это абрикос, да, с абрикосом, да. И по капучино. Мы здесь очень давно не были, в кафе Дзаини. Здесь можно сидеть очень классно, вот с таким видом. Здесь проезжают постоянно миланские трамвайчики. Здесь уже много полиции, карабинеров, потому что здесь будет проходить показ сейчас Dolce & Gabbana. Так, кстати, ребят, выглядят сады. Это
такой мини-парк Рената Тебалди. В общем, еще магнолия не распустилась, но я вижу, что уже начало было положено. Вот смотрите, здесь будут красивенные цветущие деревья. Я надеюсь, уже буквально через 2-3 недельки все это распустится. Ну что, у нас здесь выставка картин, мы приглашены. Ребята, мы на картинной выставке Наташи, вот, Виджевана, мы приглашены. И сейчас, в общем, во-первых, кто хочет заказать картины, можно, вот. Я ставлю Инстаграм. Да, можно приобрести готовые, можно на заказ. Да, я оставлю Инстаграм Наташи, вы пишите ей в директ, она вам скажет всю информацию. Да. Не, красиво, красиво. Ты рисуешь, у тебя какой стиль? Как бы, это ма? Угу. Последнее время я начала экспериментировать с абстракцией, и ты знаешь, вот я как-то в эту тему все больше и больше. Нравится, да? А это масло? Я ж не разбираюсь. Маслом, да? Маслом, да? Он более долговечный. А, окей. Так, красиво. Смотрите, ребят, какие работы красивые. Картины. А, я видела, да, в Инстаграме, да. Это не, у меня космос ассоциация, нет? Нет. А, это море? Нет, остров. Круто. Вот это офигенная, да? Вообще супер. Очень круто, да. Не, красиво. Прям цвета вообще пушка. Да, красиво. Полет фантазии был. Поздравляем. Это у тебя первая. Да, поздравляем. В Италии первая. Были. Не, у меня были там такие Милане, но там по одной, по две картины. Общие. Ну да. За первую. За первую, да. Да. Все клево. Слушай, а море вот это вот вообще кажется как фотография, да? Да, море. Да, это я тоже. Круто нарисовано. Очень круто. И тоже отобрала, поэтому... да? Да. Мне ее сейчас привезли из Тосканы на выставку. Нормально. Тоже одолжила. Сделала ее тоже с. Использовала аэрограф, ага. И получилась такая воздушность. А, аэрограф – это пулевилизатор. Да, да, только маленький, он выглядит как ручка. Ребят, в общем, мы сейчас тут поснимали на Луизу Спаньоли немножко. В общем, мы кого видели? Я сняла маму Илона Маска. Все знают, кто такой Илон Маск. В общем, его мама была на показе. Потом была мама Кьяра Феррани тоже. Я ее узнала. Ну, в общем, классно поснимали. В общем, просто супер, довольны. Сейчас идем в какой-то барчик и потом едем на следующий показ. В общем, у нас эти выходные такие, знаете, мы как папарацци. Папарацци же называется, да? Папарацци, в общем, на съемках.
fake silhouette, avoiding every threat. Ребята, сейчас у нас будет третья попытка купить блендер-миксер в магазине электроники. Посмотрим, сможем ли мы это сделать. Первые две были неудачными, потому что те варианты, которые нам нравились, их не было в наличии. Ну, посмотрим сейчас. Возможно, что-то изменилось. Нам понравились, во-первых. Вот этот вариант 1000 ватт, да, он здесь по стоимости. У него скидка, он 60 евро стоит. То есть здесь можно лук, знаете, с морковью все измельчать. Плюс у него, да, есть такая насадка, чтобы крем-супы делать можно было. Но он в наличии есть, да, этот Moulin Ex. Вот это он здесь. И второй вариант чуть-чуть подороже, но он тоже по скидке идет. И, наверное, возьмем мы его. Мы изначально хотели его, но его не было. Потом мы ушли, потом мы пришли в другой. Короче, это длинная история, неважно. Ну, в общем, здесь, почему мы возьмем этот, наверное, Кен. Вот потому что здесь, видите, размер вот этого, вот этой емкости, он больше, чем здесь. И для нас это лучше. Когда, чтобы по объем не было, и, наверное, потому мы остановимся. В принципе, дизайн он тоже нравится, такой серый, да. Вот. Сколько он стоит, кстати? Он стоит 99, стоил 125, стоит 100. А упаковка, у него, кстати, несколько насадок здесь, да. Вот его все, ребят, насадки, но мы сейчас домой приедем, распакуем, как он называется. Мы дома, ребята. Давайте распакуем. Смысл, цель этой покупки была, потому что нам очень понравились крем-супы с сухариками в Курмайоре. Смотрите этот влог, он был интересный, получился. И да, мы прониклись, и потому мы решили тоже взять такой блендер, чтобы тоже делать крем-супы. Посмотрим, что внутри. Сейчас быстренько мы... О, блин, прям такой серьезный комплект, рабочий. Так. Так, ну такой добротненький, да? Такой неплохого качества видно. Так, вот здесь. Инструкцию почитаем после того, как сломаем, да? Инструкцию почитаем после того, как сломаем. Это точно. Здесь у нас такой мерный стаканчик. Можно здесь делать смузи. Сразу вот так раз. Делаешь смузи с каких-то ягод, что-то, добавляешь молоко. Потом здесь следующая насадка, венчик. Мы планируем когда-нибудь что-то печь, потому нам пригодится. Далее, это здесь основная часть. Самая такая увесистая. Приятно, мне нравится. Знаешь, такие кнопочки прорезиненные, здесь скорость. Здесь у нас одна насадка такая вот металлическая, а другая насадка, это вот, которую мы не поняли для чего, но еще разберемся, она такая из пластика, но тоже с металлическими деталями. Видишь, более широкие здесь лезвия, вот здесь более такие маленькие лезвия, здесь такие посерьезнее. Вот. Ну и последняя деталька, это вот, похоже, переходничок. Ну все. В общем, будем пользоваться, потом расскажем, как оно.